Орловская федерация парусного спорта подвела итоги уходящего года. Отличившихся яхтсменов из числа воспитанников спортшколы Олимпийского резерва номер 10 наградили. Еще обсудили выездные регаты, в которых принимали участие орловчане. Что понравилось в их организации, что стоит перенять у устроителей соревнований, например, из Геленджика. Какие сложности вызвали тамошние розы ветров и акватории. И так далее. От теории перешли к практике. Поделили всех на команды и объявили конкурс. Кто быстрее вооружит яхту и, наоборот, ее разукомплектует. Еще был конкурс вязания узлов. Потом перешли к творчеству. Надо было решить, что является символом уходящего года, исходя из парусной своей практики, и нарисовать этот символ на досках, которые потом покроются лаком и останутся в Музее Федерации на память о 2019.